Я не знаю, мне почему-то фильм «Робот-полицейский» вспоминается, как тот вышел из-под контроля и начал все громить и все. Не знаю, ну, много фильмов по этому поводу снято, и разных, интересных, менее интересных. Но мне кажется, что, да, я уже повторюсь, что человечество само себя истребит именно вот каким-то таким путем, опять же, «Терминатор». Их там тоже всех программировали. Фильм-то хороший, по сути дела. И первый, и второй. Вторая часть сильная. Ну, там, когда они вышли, конечно, всех потрясли, я думаю. Наверное, да, опасно. Опасность все-таки присутствует. Нету гарантии, что в какой-то момент робота не переключит, он не возьмет тебя за шею, не скрутит тебя. Будут ли от этого страховаться? Ну, наверное, какие-то программы придумают. Но, не знаю, сейчас все равно есть компьютерные шахматы, да? Есть разум человеческий. И все равно человек переигрывает компьютер, мне кажется. Был же последний, да, какой-то опыт такой, там, года два назад. Соревновались они. Компьютер проиграл. Ну, еще бы, его же сделал человек. Есть опасность в этих киборгах, андроидах и так далее. «Короткое замыкание» фильм вспоминается. Тоже сейчас. Забавный этот. Валлё, да? Перерос в следующий такой. Добрый робот. Но тоже может злым быть, когда достанут. Так что не доставайте лучше роботов из черного ящика. Пускай там сидят.